Сейчас и в Украине, и за ее пределами, когда речь заходит о событиях в Киеве, из уст почти всегда звучит «главное – мир». Главное, чтобы не повторилось кровопролитие и братоубийство. Об этом говорят политики, об этом говорят религиозные лидеры. Вот к чему призывают украинцев главы различных церквей. Преодоление раскола всегда должно идти по пути возвращения к каноническим принципам церковного бытия. И только тогда такое единство будет прочным и спасительным. Хочу сказать сегодня, обращаясь ко всему украинскому народу, власть не должна вмешиваться в церковные дела. Силой невозможно решать церковный вопрос. Вопрос единства церкви не может быть результатом насильственных действий. Никогда в истории не удавалось силой решить церковные проблемы. Нужно, чтобы сама церковь, сама, не опираясь ни на какие внешние факторы, решала все те вопросы, которые сегодня перед ней стоят. Патриарх Московский всея Руси Кирилл. Мы испытываем большую солидарность верных не только соседних стран, но и всего мира. Очень многие люди поддерживают нас своими молитвами, памятью и гуманитарной помощью. Эти жесты солидарности очень важны и дорогие для нас. Предстоятель Римо-католической церкви, архиепископ-митрополит Львовский Мечислав Микшицкий. Следует прекратить вражду, но стоять на принципах правды, потому что не может быть примирения между добром и злом, не может быть и ничего общего между светом и тьмой, а, как сказал Иисус Христос, нет ничего общего между Богом и сатаной. Поэтому примирение и единство может быть только на основе правды и любви друг к другу. Филарет, предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Мы призываем все политические силы Украины перед лицом случившейся трагедии осознать свою ответственность и безотлагательно найти компромисс, открывающий путь к выходу из политического кризиса, в котором оказалось наше общество и наша страна. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Вечная память погибшим. Конгресс национальных общин Украины, Ассоциация еврейских организаций и общин Украины. Территориальная целостность Украины, независимость которой дарована нам Богом, является ценностью для нашего народа, а потому допустить ее разделение мы не имеем права, потому что это грех перед Богом и будущими поколениями нашего народа. В нынешних условиях общественно-политического напряжения любая дискуссия на эту тему опасна, не служит примирению и ведет к эскалации конфликта, перенося его в регионы. Мы также осуждаем провоцирование противостояния и вражду между жителями разных регионов Украины, представителями различных национальных меньшинств и вероисповеданий. Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской, руководящий делами Украинской Православной Церкви.